финал премьер-лиги. 6 достойнейших команд. И победит только та, которая по-настоящему команда. А паренек, между прочим, не зря нагнетает. Мы сегодня очень мощный коллективчик. Let's go. Come on, камызякский край. Да Россия, матушка. Да! Нет у меня никого, кроме рядом кружка. Да-да-да, да-да-да, да-да-да-да-да, да, банда камызякская. Поднимись по жизни на зло. Пусть Москва Собянская. Вот поем. Да-да-да, да-да-да. Что в переводе «yes, yes, yes»? Друзья, сегодня очень важная и серьезная игра. Нам в Камызяке после сегодняшнего финала обещали каждому дать по квартире. Да, вот таким вот огромным чугунным тяжелым шаром на кране. Как дадут каждому по квартире? Да-да-да, как в мультфильме, ну погоди, все правильно. Чего говоришь, мальчишка? Нет, никогда волку коньки маловаты были, не путай, нет. Что уж ты прям... Ты еще Том и Джерри вспомни, серию, когда к мышонку двоюродный мышонок приехал. Друзья, финал Москва, камызяки! Обычный день в камызякском клубе свингеров. Поменялись! Анатолий Чубайс презентует Владимиру Владимировичу Путину корпорацию «Роснано». Владимир Владимирович, вот наш нанозавод. Давайте пройдем в дверцу, давайте заходите. Ага. Вот наш персонал. О, здрасте, здрасте. Я думаю, кто такие у нас маленькие штучки делает? Здрасте, здрасте. Смурфики. Перестаньте, они же обижают. Не обижайте, смурфики. А сейчас ваша любимая камызякская подворотня. О, пацанчик, а ну-ка, тормознись-ка здесь. Сам откуда будешь, братан? А ну-ка, отошли от него! О, старый знакомый, солдафон, иди балдей по-своему, ладно, мы же тебя не трогаем, чего ты к нам придираешься? Че? А ну-ка, Муха, разберись-ка с ним по-быстрому. Давай, пошел, Муха. Давай, делай. Давай, пошел, Муха, давай, пошел. Давай, красиво, Муха, давай. Ну что, вспомнил? Давай. Вовка, теперь ты, давай, Вовка, пошел. Молодец, Вовка, давай, еще, красиво. Молодец, давай. Давай, еще. Вот так, вот теперь интрига получится у меня или нет? Вы что, все подготовились, что ли? Конечно, милый десантник, конечно. Мы все подготовились, потому что сегодня финал премьер-лиги. Все подготовились, все, кто на этой сцене, все готовы. И он тоже подготовился. Но только он человек солидный, он, ты к нему лучше не подходи. Он просто возьмет тебя с травматики в пузяк, как шмальнет. 50 раз в честь юбилея КВН! Друзья! Ну и, наконец, очередное заседание в камызякском суде. Встать, суд идет. А то опять ругаться будет, сами же знаете. Да отдай! Отдай! А что, у Сашки боишься, да, фуражку забирать? На, нытик. Все, давайте, тысяч суд начинается. Короче, давайте серьезнее. Давай сюда приговор. О, меню. А где моя папка с документами? А, в ресторане оставил, да, елки-палки? Вот сейчас хохм будет, если кому-то в ресторане приговор принесут. Ты не смейся, ты что-то... Хотите прикол про Русика расскажу? Сейчас машина проедет, подождите. Здорово, Васич. Короче, прикол про Русика. Он хотел себе квартиру отжать и начал за одной бабушкой ухаживать.
ухаживал и выходил ее. Не повезло, перестарался. Она потом на море с каким-то грузином уехала. Ой, ладно. А, Валентина Степановна, ты скажи мне, пожалуйста, ты же в снах разбираешься. Вот меня 3 дня один и тот же сон мне снится. Короче, снится мне, что я сплю, и ко мне вот этот щелкнутый приходит, елки-палки, в чем мать на выпускном была. Открывает пакет и достает туда рыбу сырую. И начинает ее грызть, короче. Ей ест, ест. Я говорю, ну что ты делаешь, в конце концов? Ну ты хотя бы почистил бы ее. И она меня резко разворачивает. Я в Лас-Вегасе, короче, вот напротив рулетки стою. И смотрю, шарик. Так-т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 ак. На 23 красный. Только-только-только-только. Я уже победа, короче. Хлоп сюда, менты областные. Хватают. И начинают мне за это предъявлять вот это... Ну, нельзя вот это играть под... Ты знаешь эту статью, новая. Вот. Ну, я, короче, выкручиваю и резко одного как в пятак даю, короче. А во сне же удар слабый, сами знаете же. Ну, и еле-еле, короче, выкрутился. И бах, хлоп, я по Москве иду. Резко по Москве иду. Такой, и навстречу мне Константин Львович Эрнст идет. И такой говорит, здравствуй, Азамат. Я говорю, ну, здравствуй, Константин Львович. А я, понимаешь, после того, как во сне в Москву переехал, такой наглый стал, представляешь? Он мне говорит, Азамат, ты не хочешь в федеральном суде, короче, работать, ну, вести эту передачу? Давайте номер телефона свой дам. Я говорю, не надо, я так запомню. И потом во сне, дурачок, надо было, сам себе говорю, проснуться бы и записать, елки-палки. 8 гудок. Не, сейчас не вспомню уже, точно. Ладно, все, Сашка, слушай, ты электрический стул сделал? Да. Короче, высшая мера наказания тебе, электрический стул. Я протестую, у нас нет смертной казни. Елки-палки, заткнись, пожалуйста, в конце концов. Ну, какая смертная казнь, в конце концов? Ты что говоришь? У нас электрический стул на одной пальчике у батарейки работает. Просто током шандарахнет ради смеха, правильно? Тоже унизительно, правильно ведь? Друзья, собственно говоря, почему мы каждый раз показываем номер про суд? Да потому что мы знаем, как тяжело судить. Вот, уважаемый жюри, мы вас сейчас прекрасно понимаем. Это же как нужно вам сейчас постараться каждой команде хорошие оценки поставить. А Камызяк, чтобы чемпионом стал. Да. Камызяки, камызяки, чудо городов, чудо зяки. Знаете, мы полы не бурнялы, шарами и ветрами.